Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом. Называется Феора. Вот как-то так. Где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов, на экране, на коротких ссылках дают зарабатывать криптомонеты различные. И вывод здесь без минималки на всевозможные криптокошельки. C-Wallet, FacetPay, потом еще какой-то тут есть кошелек, не знаю, видим, да? 8 минут назад, 7 минут назад люди выводят, как бы, да, вот 1 минута, 41 секунда. Кто что хочет, выводит. Значит, ну что здесь у нас? Регистрация наипростейшая у нас. Прописываем username, email, два раза пароль, ставим галочку, вот такая вот тут капча, кликаем зарегистрироваться, после чего обязательно, друзья, нужно зайти на почту, кликаем подтвердить email адрес и попадаем в кабинет. Dashboard. Так. Значит, здесь у нас что? Баланс. Тут у меня стоит Пепи. Это все у меня здесь стоит по умолчанию. Криптомонету можно поставить любую. Кликаем на галочку и выбираем, какую вы хотите поставить криптомонетку. Как видим, здесь их множество. Ну и что здесь? Зарегистрировалась я сегодня, минут 30, может, назад. Пока я тут разбиралась, гуляла, на вывод проверила. Все вообще супер. Мне очень понравился этот букс. Значит, баланс на вывод идет. Далее, депозит нам не надо. Это сколько всего заработано. Вот это вот. Значит, есть кран, короткие ссылки, VIF ADS. Ну и все здесь как бы такое. Значит, вкладочка «Вывод». Далее уведомление, реферал, находится партнерская ссылочка. Вот она. Вот сюда кликаете, и она уже как бы, вот видим, да, все скопировалось автоматически. Далее что? Реферал этот нам тоже не надо, как бы. Ну, а тут заработок. Есть кран, крейзи кран, потом серф, ADS, короткие ссылки, аферуал. И прежде чем начать зарабатывать, ну и, естественно, выводить, вот здесь сеттинг, заходите в сеттинг, друзья, в обязательном порядке. И нужно прописать, что здесь, смотрите, C-Wallet, если вы хотите выводить, ID прописываете. FacetPay я прописала email адрес, потом вот такой вот кошелек и вот такой вот кошелек. Как здесь что прописывать? Вы кликаете вот на желтую вкладочку. Значит, ну, просто я вам на примере, так как я прописала, я выводила на FacetPay, у вас появится такое окошечко. Сюда прописываете email адрес, привязанный к FacetPay. И кликаете вот на эту зеленую вкладочку «Добавить». И все. У вас как бы FacetPay будет добавлен. Вот у меня email адрес, он добавлен. Так, далее что? Давайте, у меня есть там монеты. Я уже проверила его на вывод. Так, и здесь, смотрите, вывод C-Wallet, FacetPay, и вот сюда я клику на FacetPay, так как я выводила, да, на FacetPay. Даст он мне сейчас второй раз вывести или как, я вот не знаю. Так что, смотрите, FacetPay, вот, Феора. Я выводила в Solana, 377 Solana Satosh. 2 апреля. Так. Платит инстантом. И здесь как бы, ну вот уже стоит мой
как бы email адрес, выбирайте криптомонету. Сразу вот эти 172 пепи, они конвертируются. Здесь показано, сколько у вас уже в криптомонетах. Можно Tron, BNB, вот эта монетка, биткоин, 2 биткоин сатоши, лайткоин 1267 лайткоин сатош, Dash, да, видим, что тут Solana. Я выберу Solana. Вы можете любую криптомонетку. Это все 206 биткоин кэш, Zcash, XRP, Digbuty, ADA и как бы Ethereum 37 монет. Dogecoin видим, да? И здесь сразу вот видим капча, она загружается. Давайте подождем эту нашу капчу. Успешно. И я кликаю вывод вот на эту желтенькую такую вкладочку. Я в Solana. Видим, кружочек я поставила, не забываем. Сейчас посмотрим, выведутся. Да, видим, у меня все вывелось. Идем на Faucet Pay. Я перезагружаю, обновляю страничку. И смотрим вывод. Пожалуйста, Фиора, вот это 680 Solana, вот этих монет Сатош, 2 апреля. Так, вывод я вам показала. Выбирайте любую, не забудьте прописать только этот самый. Вот. Так, теперь по заработку. Значит, есть вот такой вот кран. Пойдем по порядочку. Значит, здесь он дает нам 4.13 вот этих пепи монет, как бы, без лимита. И здесь главная капча такая довольно-таки неплохая. Вот. Нет здесь ни подводных реклам, как бы ничего, вот она загружается. И вот смотрите, видим, да? Вот картиночки, нам нужно найти вот такую вот картиночку. Мы ее ищем, кликаем, все, нашли. Опускаемся ниже, здесь должна появиться капча. Что-то ее здесь и нету. Вот. Потому что должны еще разгадать как бы капчу. А ее нету. Сейчас я кликну, у меня будет не зачет. Баланс у меня по нулям. Видите, да, я капчу я не разгадала, мне нет зачета. Надо обновлять страничку. Вот. Ну, где наша капча? Вот здесь, смотрите, сейчас должна появиться. И нету ее. И капчи моей здесь нету. Сейчас еще раз обновлю страничку. Я все равно на этом кране, как бы у меня другой там есть кран. Там по 40, по-моему, монет дают. И таймер стоит 10 минут. И я как бы уже для себя, да, решила, буду на нем сидеть. Вот. И капчи нет. Сейчас из-за этой капчи я затяну видео. Вот этот котик. Капчи не мы.
Здесь должна быть капча. Кликаем обычную капчу, нажимаете на желтую вкладочку, и монетки засчитываются. Значит, идем на другой кран. Вот это да, кран, как бы здесь видим 41 монета. Таймер стоит 10 минут. Она появится здесь капча. Ждем. Вот такую мы ищем. Вот она. И здесь тоже. Может, так положено несколько раз. А вот она, капча появилась. И опять у меня не получилось. Сейчас мы ее пройдем тогда. Сейчас подождем, опять загрузится. Видим, да? У меня не зачет. Вот смайлик такой. Все, разгадали. Это типа антибот, да? И вот здесь капчу. Мы разгадываем капчу. Все. И вот на желтую вкладочку. Страничка обновляется. Видим, появился таймер. На балансе мне стало 41 монетка. Все замечательно. Как бы за счет. И все. Вот, зеленая вкладочка вот эта появилась. Далее серфинг. Серфинга здесь более чем достаточно. Вот, 31 реклама. 5 секунд. Смотрите, значит, по серфингу. Кликайте VIP ADS. Загружается реклама. Обратите внимание, вот здесь идет таймер. Если таймер, он не запущен, вы кликаете вот здесь по свободному месту просто. Кликаете, таймер запускается. Таймер закончился. Опять же таки, кликаете по пустому месту, по-любому, и появляется капча. Разгадываем. Все нас перебросило на страничку. Можно закрыть и вот эту тоже закрыть. Все, монетки засчитались. Следующая рекламка. Опять нас перебрасывает на страницу рекламы. Видим, да, таймера нет. Я кликаю, таймер вот появился. У меня не было таймера, как бы я кликала. И опять я кликаю, появилась капча. Птичка. Разгадываем. Нажимаем. Все, нам это не надо. Закрываем. Вкладочку тоже закрываем. Все, зачет. Видим. Потом это вот такая рекламка. Вот это она. Потом Windows, вот эта рекламка есть. Также 5 секунд. Смотрите, здесь также кликаем. Нас перебрасывает на страничку. И здесь мы кликаем вот на эту Surf Knob. Кликаем вот на нее. Нас уже на другую страничку перебрасывает. А здесь идет отсчет таймера. Ждем, пока он закончится. Не заходим. Все, закончился. Мы опускаемся ниже. Разгадываем капчу. Самолетик. Кликаем. И на желтую вкладочку. Эту можно закрыть. Обновляется страничка. Все, зачет. И есть видео. Видео я даже не смотрела, даже не знаю, как его смотреть. Потому как оно здесь одно. Тоже 5 секунд. Давайте просмотрим. Кликаю.
И что у нас? Play. Видео старт. Кликаем. И где у нас тут таймер? Ага, вот идет таймер в левом углу. Все. Видим галочка в нижнем? Значит, мы просмотрели видео. И что теперь? Как обратно вернуться? Это, наверное, вот сюда? Нет, не сюда. Это я не знаю. Ну ладно, давайте так и вернемся. Потому что все, зачет есть. Угу. Ну и все, видео просмотрела. Оно здесь одно, оно должно исчезнуть. Вот, рекламку я показала. Далее, что еще здесь? Есть короткие ссылки, если хотите. Афервал я тоже смотреть не буду, так как в основном IP блокируют. Ну и все. Депозит нам не надо. Профиль. Сеттинг я вам показала. Не забудьте прописать как бы кошельки. Ну и что у меня здесь? 106 вот этих монет. Кликаю Faucet Pay 5. Ну, я сейчас вот эти монеты выведем. Давайте попробуем тогда в тронах. Солану я выводила. Кликаю на трон. Так. Опускаемся ниже. Идет вот эта наша капча. Любимая. Вот здесь ниже. Как бы все. Здесь вывод. Один вывод я выводила. 377 Solana Satosh, 680 Solana Satosh, комплект видим, да, 56 минут, 10 минут, и вот сейчас буду в TRX, кликаю вывод, все, видим, да, зелененьким загорелось, баланс мой обнулился, вот он по нулям, можете поставить любую монетку. Идем на Faucet Pay. Я обновляю страничку. Обновляю. И опускаем. Опять Fiora, вот этот сайт. Вот такое количество криптомонет, вот этих трон Сатош этих. 2 апреля. Все шикарно, платит инстантом, без минималки, накликали там, поставили на вывод. И я как бы приглашаю и рекомендую этот букс, потому как, ну, меня зацепило. Не хотите работать, пройдите мимо. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Я считаю, очень букс интересный. И стоит на него обратить внимание. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!